11 тысяч военнослужащих, сотрудников полиции, служащих погранвойск СМБ было госпитализировано в период 44-дневной войны в Карабахе. Об этом, как передает канал 13, сообщил журналистам заместитель начальника военно-медицинского управления Вооруженных сил Армении, начальник управления планирования полковник Гигам Пашикян. В свою очередь, начальник военно-медицинского управления Вооруженных сил Армении полковник Саак Оганян отметил, что в настоящее время лечение проходит порядка 1500 военнослужащих, которые находятся в реабилитационном отпуске. В настоящее время у нас уже 885 инвалидов первой, второй и третьей группы, проинформировал Оганян. Как пишет «Спутник Армения», по сей день официальных данных о числе жертв 44-дневной войны, пропавших без вести и пленных с армянской стороны нет. До сегодняшнего дня не указывалось и число раненых.